Привет. Продолжаем инвестировать, покупать дивидендные акции и становиться аристократами. Основная цель капитала прожиточного минимума – это сбор такого доходного дивидендного портфеля, который бы выплачивал нам ежемесячно прожиточный минимум на 2021 год. Это в России 12 тысяч рублей в месяц или 150 долларов. Какие акции покупать? На канале есть хороший видос. Как сравнивать, как выбирать хорошие акции. А вкратце, хорошая компания – это такая, которая из года в год зарабатывает все больше, у которой с каждым годом растет выручка, revenue, чистая прибыль, net profit margin и чистая рентабельность, эффективность компании. Net profit margin – это вкратце за подробностями. Так вот, так как мы собираем доходный портфель, мы хотим много дивидендов, мы будем смотреть на компании с не обязательно растущей, но хотя бы стабильной выручкой, с хорошей рентабельностью, net profit margin и с дивидендами хотя бы 4% годовых. Давайте сделаем скринер и посмотрим, что почем. А скринер у меня уже есть. Давайте на него посмотрим. Валюта, доллары. Почему доллары? Для того, чтобы защититься от рублевой инфляции. Если мы будем покупать валютные активы, то рублевая инфляция нам будет на руку. Потому что она, во-первых, не будет есть тело капитала, а во-вторых, полученные валютные дивиденды, мы их получим столько же, а за счет рублевой инфляции в рублях получится больше. Поэтому нам это выгодно. Финансовые показатели. Этот market cap – это размер компании. От 2 ярдов поставил арбитрарно, примерно оттуда начинается крупный бизнес для надежности. Net Profit Margin. Ищем компании от 10%. Хорошо бы, чтобы наша доходная компания все-таки какие-то деньги дозарабатывала. 10% – это такой, ну, более-менее нормальный уровень. Ниже не стоит, наверное, искать. Динамика. Рост выручки за 5 лет от 0%. Хорошо бы, чтобы хоть какой-то рост у компании добыл. У доходных компаний рост выручки не такой сильный, но хорошо бы, чтобы он был. Дивиденды. Хорошо бы, чтобы дивидендная осечка была уже в этом месяце, чтобы мы уже в этом месяце получили по праву наши дивиденды за то, что мы владеем долей компании. Ну и смотрим на получившийся список. Ассортировали по дивидендному доходу, и ярко отрывается Altria Group. Известная табачная компания. Делает такие сигареты, как Marlboro и какие-то еще. Давайте посмотрим на нее поподробнее. Вот она, Altria. Выручка растет. Хорошо. Дивиденды растут из года в год. О, то, что надо. То, что мы искали. Операционка растет. Хорошо. Чистый доход упал, но вроде восстанавливается. Тоже отлично. Чистая рентабельность, net profit margin, 20%. Отличная компания. Замечательно. Мне все нравится. Берем. Биржа пока закрыта. Ждем 10 часов утра. Сегодня понедельник. И покупаем.